конечно, должна была выступить, знала. Но то, что награда, и то, что такая, и то, что великий мечтатель, это очень действительно приятно. Потому что, ну, наверное, поймали вот это то настроение, тот дух, который есть сегодня у нас, у нашей семьи. И действительно, я закрыла в прошлом году новое звание «Дважды бриллиантового директора» и не держала калькулятор в руках за все эти 10 лет. И если такой человек, как я, смог сделать звание «Дважды бриллиантового директора», то, наверное, это могут сделать очень многие. По характеру я человек наивный романтик. Вот такой я и есть. Но сейчас меняюсь, планы грандиозные, и я каждой клеточкой чувствую настроение компании. Я каждой клеточкой чувствую вот прям только что такое, блин, вот так бы сделать бы, раз они делают. Вот это бы вот воплотить бы, Света Кравченко, да, они уже это придумали, это здорово. Ребята, целый год я путешествовала по России, выступала тоже во многих командах, и я многим говорила, кому я подарила слово апгрейд в этом году, поднимите руку, есть такие люди, да? Я сегодня, в этом году я говорила, ребята, нам нужно сделать апгрейд, и ребята, директора сидеть говорят, что это такое? Я говорю, просто нужно расширить память, просто нужно другой Windows загрузить, чтобы у нас не вот так вот все происходило, да? А все гораздо быстрее, все то же самое, что мы сделали, но гораздо быстрее, гораздо интереснее. Вы знаете, вчера была потрясающая конференция, и я лично исписала 18 листов. Я сегодня посчитала, 18 листов моей тетрадки исписаны теми новостями, теми мыслями. В рамочку обводила уже то, что я вам чего скажу, где я что применю. Действительно, это так. Вы знаете, те обновления, которые происходят, когда происходят в нашей жизни разные события, то мы останавливаемся и на одну секунду начинаем переоценивать ценности, начинаем что-то взвешивать. И прошлый год для нашей семьи, для нашей команды был очень насыщенным, очень сложным. И произошло очень много событий, которые повлияли на мои мечты, на мои желания, на мои цели. И я, наверное, скажу то, что действительно я чувствую. Год был очень сложный, мы отпраздновали десятилетие, мы сняли дворец спорта и очень сильно, очень мощно заявили о нашей компании в нашем городе Чехове. И я хочу сказать, что я с баяном, Снегурочкой наряжена, все праздники плясала. Куча детей прошло через наши новогодние утренники, хотя мы с волками не общаемся, все успешные лидеры на одной волне. Мы мыслим одинаково. Я тоже решила, что через детей можно добиться многого. И вы знаете, в этом году произошли такие события, которые перевернули полностью мою жизнь. И я знаю, что последний уходящий год закончился просто таким сильным потрясением для меня лично, что я просто не знала, как собрать себя в кучу. Я настолько была потеряна, настолько была вот на кусочке, думаю, господи, 10 лет, сейчас мы вот только двинуться, сейчас. И вот та вера, которая была в компании, она на какое-то мгновение, она, ну, честно скажу, ушла. И думаю, что же делать, за мной люди, что же делать, чем же я вдохновлялась, как же я раньше шла. И общаясь с другими лидерами, мы говорим, господи, ну что же мы там, какое-то хотим одно, другое, или что дальше? Но вы знаете, как только есть ученик, приходит учитель. И спустя некоторое время после трагедии раздается звонок, и мне звонят из компании FM, говорят, вы знаете, мы вам даем сутки, поздравляем, вас выбрали как историю от России на сайт, как правильно сказать, 45 лет, да, 45 историй от России будет ваша история, вам нужно на весь мир озвучить свою мечту. Вы знаете, я до этого плакала по другому поводу, теперь начала плакать по новому поводу. Мне нужно за сутки озвучить нас на весь мир свою мечту. И я понимаю, что это большая ответственность. И я понимаю, что сказать, что я хочу быть президентом, это не сказать ничего, других обманывать, хорошо себя глупо. Потому что, да, за этим званием стоит совершенно другой уровень жизни, да, совершенно другое, как бы, отношение к себе, к людям и так далее. И сказать, что просто стать президентом я не хочу. Почему выбрали мою историю? Да потому что, наверное, когда в
день моей регистрации муж попал в аварию, когда через неделю я оказалась в соседней палате на операционном столе, когда моему ребенку только 4 месяца, когда нету квартиры, где живешь, когда вот эти все трудности. Мечтала ли я в тот момент о Нобелевском зале? Нет, конечно. Мечтала ли я о том, что я буду выступать на британской конференции? Нет, конечно. Я думала, Господи, хоть по вторую зарплату учителя я буду самой счастливой женщиной в мире. Вы знаете, действительно, компания «Reflame» научила мечтать. Научила мечтать по-крупному. И за эти сутки я просто не ела, не пила, я родила свою мечту. Я благодарю руководство компании, я благодарю за ту честь, которую мне оказали. Эта история уже лежит на сайте. Я думаю, что она многим людям поможет принять правильное решение. И я постаралась в этой истории сказать не только о материальных ценностях, которые двигают чаще всего мужчин. Квартира, машина, я другой, я романтик, я наивный. Вот. И поэтому меня двигают мои изменения. То, что я как женщина стала успешной, то, что я как женщина стала иметь слово, что я по-другому стала одеваться, по-другому стала выглядеть. Вот что меня мотивирует. И вы знаете, последние 2 года в нашей семье были приняты очень важные решения. Мы смотрели ролик про монголов, про смарт-клуб. Вы видели, какой у них офис, какие очереди стоят на регистрацию. Мы не могли в это поверить, но нас это вдохновляло. И в последнее время мы приняли очень важное решение. И решили не вкладывать деньги в Болгарию, не вкладывать деньги в Испанию. Мы решили пока вложить деньги в Россию. И мы заявили о том, что мы вкладываем эти деньги. Да, это деньги, честно скажу, заработал муж мой. Спасибо большое, что он верит в Reflame. И мы построили прекрасный здание своей мечты. Мы когда-то, скоро, у нас будет и дом. Но сегодня мы верим в Reflame. Сегодня у нас глобальная мечта. На первом этаже этого офиса уже работает СПО. На втором этаже этого офиса уже проходят новогодние утренники. Собираются предприниматели, картинные галереи, выставки, wellness-клуб, танцы, вот эти суперские, мы повезем это завтра, будем танцевать в этом зале с утра до вечера. Ребята, на третьем этаже у нас медицинский центр, где есть видеопалаты, где массаж, где диетолог, где все, все, что можно для того, чтобы рвануть вперед. Господи, дай мне силы и здоровья для того, чтобы все мечты, которые у нас есть, воплотить в жизнь. И 3 секрета быстро от меня. Первый секрет – это учу своих людей заражать мечтой. Потому что когда-то я смотрела Дископлана, и он рассказывал, где Алексей, Леша, он рассказывал про свою ванну с подсветкой и музыкой. И я заразилась его мечтой. Я в этот момент думала о своей ванне. И когда я сегодня людям говорю, ребята, мою ванну, она такая, как ваша комната у некоторых. В нее можно заходить, на ступеньки нужно подниматься. Мой ребенок в очках ныряет в этой ванне. И люди заражаются. Но у нас сегодня топ-лидеры. У нас сегодня совершенно другая мечта. И я хочу сказать, что Магнус Брэнстром, когда мы приезжаем на конференцию, мы слушаем его выступление, и мы понимаем, господи, какая банка. Какое там, какие обои, какая машина, это же так мелко, ребята. Это же, ну, как бы, ну, даже стыдно произносить. Ребята, давайте мечтать по-крупному и учить этому механизму. Расскажи про свою мечту, и человек будет думать о своей мечте. Менеджеры должны совершенно по-другому озвучивать эти мечты. Не просто стать бриллиантным директором, не просто золотым директором, а более человеческие ценности. Второй секрет. Я вдохновляю на ревизию мечты. В нашей семье есть традиция. Каждые 2 года, честно говоря, выпиваем по рюмке, садимся тихо, берем по листочку бумаги и за 7 минут пишем 50 желаний. За 7 минут 50 желаний. Ребят, я себе написала прямо сегодня. Найдите рюмку, налейте ее и заставьте себя написать за 10 минут 50 желаний. Вы знаете, ребят, вы удивитесь, если вы 10 лет назад это делали, то сейчас это сбывается все гораздо быстрее. Но нельзя разучиться, если ты когда-то играл на аккордеоне, ты возьмешь его и сыграешь. Если ты едешь на велосипеде, ты сядешь и поедешь. Если ты был на коньках, встанешь и покатишь. Ребят, вы же мечтали. Нужно просто сделать это еще раз. Вы думаете, почему вы в Бразилии? Потому что 1,5 года назад, за неделю до конференции на Мальте, мы сели с Валерием Николаевичем, выпили по рюмке и написали 50 желаний. 49-е желание я высосала из пальца, но, блин, что еще писать?
закон попасть в Бразилию на карнавал. И 49-я мечта была Бразилия. А 37-я мечта. Это был подарок. Я получаю подарок машину от Рифлей. Мы приехали на Мальте, и обе мечты озвучили. Нам озвучили Бразилию, я не удивилась. И нам озвучили программу «Автомобиль». И я тоже не удивилась. И он сегодня едет. Ребята, 50 желаний прямо сегодня. И сделайте это традицией для своей команды. И третий секрет. Я создаю технологии. Я не умею считать объемы продаж. Не умела. Я не умею в процентном отношении рост делать. Научилась на конференции на этой. Но у меня есть технологии. У меня есть технологии листочек. Все обсуждают что-то. Все обсуждают. Дай-ка, покажи. Бери руки. На рюмки. Конечно, на рюмки. Когда кажется, нет, рюмка выбивай 60 тысяч. Значит, у меня я создаю технологии, которые, друзья, последние отдать. Вы знаете, мне интересно. Мне интересно, русских больше рюмком вдохновляет, или все-таки 50 желаний, которые у нас происходят. Вы знаете, я создаю эти технологии и применяю их в мои менеджеры. И мои директора. Что это такое? У нас есть памятка по написанию мечты. Да, там в позитивном ключе, там написать на бумажке, там в ней пункты. И они любому качество ночи разбудимся рассказывать. Они об этом говорят новичками. Да, как бы вдохновляют на мечту. У нас есть этот листочек, 50 желаний за 10 минут. И люди на 15-м, на 10-м спотыкаются. И это повод для разговора. А почему у тебя так мало? Вы знаете, они все, да 50, я сейчас напишу. Вылечить зубы, купить квартиру, построить дачу, новые ботинки, шубу. И на этом все закончилось. Вот, поэтому 50 желаний листочек волшебный для разговора. И последняя это техника создания коллажа. Мы вместе мечтаем, мы делаем это в декабре, в январе. Сейчас самое время, ребят, возвращайтесь в свои команды. Делайте эти общие мечталки, клеите коллажи и идете вперед. Я выбираю рост. Спасибо, Наталья, спасибо большое. Я думаю, что вы сделали то замечательное время. Здорово вам, Бодоля, мечтать по-крупному. Спасибо огромное.